С нами Александр Тютрюмов, финалист ТОП-16 в памяти Сергея Власова, любимец местной публики, который сейчас в очень красивом поединке переиграл Максима Гребнева, явного фаворита матча. Как складывался полуфинал? Как и всегда, тяжелейший матч против Максима. Это игрок уже мирового класса, и было тяжело с ним играть. Последние два раза я ему проиграл. И сегодня, не знаю, звезды сошлись как-то. Мне в конце повезло, соплю повесил ему. Ну, вы все равно имели хорошую позицию, вы били свечи. Все-таки Максим был далеко. Ну, приходилось атаковать, да. А вас поддерживала так публика горячо, вам это помогало? Естественно, большое спасибо. И все-таки, как-никак, я почти местный тут. И меня знают тут. Впереди у вас финал с Владимиром Сидоренко. Что думаете? Будем бороться, будем биться. Для вас существуют какие-то непререкаемые авторитеты? Или вы играете с любым соперником? Я уже свое отбоялся, так что с любым спокойно играю. Ну, тогда удачи вам в финале. Спасибо.